Банк хочет понять, насколько ты ответственный кредитозаемщик. И начинает анализировать, какая у тебя работа, сколько тебе лет, какая у тебя зарплата, семейное положение, хронические заболевания и так далее. И в соответствии с каждым твоим ответом ты движешься по той или иной ветке древа. Интересно, а тетка в банке, которая меня мучила, она знает про эти деревья? А тетка применяет самообучающийся алгоритм принятия решений, даже если не знает, что это. Разумеется, если у тебя нет постоянной работы или тебе, например, 97 лет, ты никогда не дойдешь до этого поля. А при чем здесь код? Если бы этот список составлял грамотный человек, то был бы пункт про кота где-то здесь. Потому что код характеризует тебя как человек, который не боится брать ответственность за семью и близких.